другим темам. ЧГЭМ «Энерго» предупредили. УФАС России по ГБР выявила нарушение антимонопольного законодательства у одного из поставщиков электроэнергии Чегемского района. Как пояснили в управлении, жалоба поступила от радиотелевизионного передающего центра ГБР. С 2011 года РТПЦ неоднократно обращался в ЧГЭМ «Энерго» для заключения технического договора о сотрудничестве. На основании этого документа поселок Звездный включили бы в общую сеть эфирного телевещания. Однако на запросы реакции энергетиков не последовало. Комиссия управления пришла к выводу о наличии в действиях ЧГЭМ «Энерго» признаков нарушения антимонопольного законодательства, в частности статьи 10 Закона о защите конкуренции. В результате рассмотрения всех обстоятельств дела комиссия управления ФАС России по КБР выдала ЧГЭМ «Энерго» предупреждение о необходимости прекращения указанных действий. ЧГЭМ «Энерго» предписано в обязательном порядке в течение 30 дней согласовать и заключить договор. В противном случае на предприятие будет оштрафовано на сумму от 600 тысяч рублей и свыше.